Salam, Real İntervyu efirdədir. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərindən danışacağıq və Rusiyanın tanımış politoloqu Pavel Klaçkov Bakıdadır. Biz də fürsətdən istifadə edərək məhz bu mövzunu elə Klaçkovla müzakirə edəcəyik. Pavel Vladimirovich, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рад нашей встрече. Здравствуйте. Да, мы с вами встретились онлайн еще месяц тому назад. И сейчас вот хорошо, что вы с нами вместе в студии. В первую очередь, я бы хотел конкретный анализ о встрече Пашиняна и Путина, который совсем недавно мы, значит, наблюдали. Что ожидается для региона? Что мы должны ожидать? И какие перспективы? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что фундаментом для этой встречи и для дальнейшей российской политики вот в регионе Южного Кавказа является то, что именно Россия является гарантом стабильности здесь и мирного развития. Эту роль обеспечивается как миротворческим контингентом, так и всем спектром нашего дипломатического потенциала, экономического и, собственно говоря, всех остальных видов воздействия, которыми обладает наша страна. Поэтому встреча Путина и Пашиняна, она неизбежна, должна приводить к тому, что вот это трехстороннее соглашение, которое было заключено, оно должно неукоснительно выполняться, не должно быть никаких провокаций военного характера или какого-то иного. Армения должна четко понимать, что именно Российская Федерация во многом обязана, она очень многим обязана, это государство. Мы сейчас заинтересованы в том, чтобы здесь, на освобожденных территориях, активно разворачивалось мирное строительство, чтобы шло разминирование. Кстати, здесь я хочу отметить, что я вот сюда приехал в Баку 3 июля, и так совпало, что как раз 3 июля были переданы карты минных полей двух районов. И были да, они, это будем говорить еще. Да. Да, и были они переданы как раз по инициативе Российской Федерации и руководителя, вот, командира нашего контингента миротворцев. Вот. И мы заинтересованы в том, чтобы происходила разблокировка транспортных путей, коммуникаций, чтобы эта инфраструктура, которая необходима для дальнейшего развития глобальных транспортных путей, да, по законам геоэкономического развития, чтобы не было никаких препятствий на этом пути. Для этого такие вот встречи, переговоры нужны. Мы знаем, что Владимир Владимирович Путин имеет прекрасные отношения с руководителем Азербайджана Ильхамом Алиевым, тоже постоянный контакт есть и полное понимание. Поэтому со всеми заинтересованными сторонами, с их лидерами, Россия ведет соответствующие переговоры для того, чтобы обеспечить здесь надежный мир и дальнейшее развитие. Вот вы упомянули, значит, карты. Да, это было действительно по инициативе, значит, миротворческих сил. Как вообще вы оцениваете роль миротворческих сил Российской Федерации в данный момент в Карабахе? Так как мы видим и наблюдаем, значит, события, но в то время мы наблюдаем режим, значит, нарушение режима прекращения огня и к тому же границы. То есть вот, да, вот совсем недавно вот Таузия мы это видели, и других регионов, например, они по Агдам стреляли. Как вообще вы думаете, то есть что еще должны делать миротворческие силы, чтобы укрепить вот это мир? Конечно, миротворческие силы должны действовать в рамках вот тех полномочий, того мандата, который существует. Вот, они должны надежно, так сказать, охранять и обеспечивать стабильность. Конечно, это не исключает, ну, полностью каких-то провокаций, о которых вы говорите. Они недопустимы, они должны осуждаться и серьезно расследоваться, потому что, так как прошла война, и все стороны разгорячены, они, естественно, эмоций очень много. С армянской стороны, я считаю, много такого, как бы, обиды, стремления какого-то реванша, как-то что-то доказать. И это, конечно, нужно все учитывать. Это нужно делать так, чтобы эта ситуация сделать больше безопасность была. Вот. Поэтому разоружение, да, недопущение, более строгий контроль. Вот. И, конечно, нужно сделать все для того, чтобы люди там жили счастливо, мирно, и уже не было бы возвращения во времена вот каких-то боестолкновений, чтобы не лилась кровь.
Вернули карты всего три района, как мы знаем. Остались еще другие районы. Что мы должны в дальнейшем делать? То есть наши, значит, следующие шаги. И наши, естественно, значит, миротворческих сил, которые в данный момент получили мандат и работают по этому вопросу. Mm. То есть остались еще другие районы. Вообще вот эта проблема минирования, я с ней сталкивался не только в вашем регионе, например, на Ближнем Востоке. Ага. Как-то я выезжал, например, неоднократно там, на голландские высоты, это вот граница Сирии и Израиля. И там, конечно, картина очень нехорошая. В каком смысле? В том смысле, что вот ты едешь по дороге, вот и горная дорога в горах, и вот эти таблички, мины с одной стороны, с другой стороны, и они там, к сожалению, десятилетиями. А почему? Потому что как раз вот эти карты, они утрачены, карты минирования, потом прошли там какие-то оползни, дожди, подвижки почвы, и сейчас уже совершенно невозможно понять, а где же, собственно, эти мины. И эта ситуация длится десятилетиями. Вот ты хочешь куда-то с дороги сойти, а ты не можешь. Ты вот рискуешь очень сильно. Конечно, это вот недопустимо, чтобы такая ситуация повторилась здесь. Такой замечательный. Я сам вообще родом как бы из Советского Союза, да, и я помню те времена, когда, ну, везде, по крайней мере, вот на территории, которая сейчас называется постсоветской, был мир, и не было никаких боестолкновений. И в самом, не знаю, плохом сне не могло присниться, что кто-то будет это минировать. В целом, отношение мое, конечно, к этому отрицательное, потому что это делает землю непригодной, непригодной для жизни, непригодной для людей. Это очень нехорошо. И нужно сейчас все усилия, какие есть, и Россия, и если будут какие-то другие, так сказать, да, силы, страны, да, приложить к тому, чтобы решить эту проблему в кратчайшие сроки, чтобы это не подвисало, чтобы это не длилось, вот как на Ближнем Востоке, непонятно по сколько лет, и этот кровоточащий, так сказать, конфликт нужно, конечно, вот решать, в том числе решать с точки зрения разминирования этих территорий. Я думаю, что мы сейчас стоим на правильном пути, то есть подвижки какие-то идут, мы не стоим на месте, видите, один район, второй, третий, и я выражаю большую надежду и очень надеюсь на то, что и дальше будет движение позитивное. Мы получим дальше следующие карты, надеюсь на это. Но взамен мы им отдали 15 армянских, значит, солдат, то есть это была провокация со стороны Армении, но в том числе здесь мы должны подчеркнуть еще, значит, роль миротворческих сил, которые вот мы уже повторяем, то есть инициативу. Да. Я считаю, что это был благородный поступок со стороны азербайджанского государства и показатель того, что Азербайджан – это лев, это сила. И именно сильная страна может проявлять благородство и пощадить. Понимаете? Поэтому это очень хороший должно иметь эффект. И это правильно, и это оценивается всем мировым сообществом крайне положительно. Это очень верно с дипломатической точки зрения, и с гуманитарной. Это очень правильный поступок был. Как вы оцениваете роль Зангиозурского коридора, которая была часть декларации от 10 ноября? И в том числе, надо сказать, что Азербайджан в ходе этой войны восстановила свои границы с Ираном. То есть роль России в этих процессах в Зангиозурском коридоре и экономическая, и политическая. Как вы можете оценивать ситуацию в данный момент? Вы знаете, необходимость открытия этого Зангиозурского коридора и является во многом, как-то объяснить, вот тем залогом необходимости дальнейшего именно мирного существования, обеспечения безопасности в этом регионе, и не только в этом, безусловно, мы можем взять и шире, для того, чтобы он мог хорошо и полноценно заработать. Полноценно заработать для чего? Помните, что у Китая есть там все очень серьезные планы, а Китай это мощнейший глобальный игрок. Это выгодно Турции, это, безусловно, выгодно России. Такие мощнейшие Европейскому Союзу, потому что он тоже будет использоваться. Шелковый путь, как? Конечно. Да. Это выгодно всем экономическим субъектам, которые представлены на глобальном уровне. А чтобы это заработало, здесь не должно быть каких-то войн, боестолкновений, то есть здесь должна быть стабильная ситуация. Если такие силы заинтересованы вот в дальнейшем экономическом развитии, здесь не надо им сопротивляться. Вот я просто призываю, да, тех, кто еще не понимает этого, может быть. Здесь надо пользоваться этой ситуацией, извлекать из нее выгоду, и можно же просто обеспечить какое-то экономическое благосостояние. Вот даже в Армении, я считаю, в данной ситуации необходимо перестроиться, уйти от какой-то мечты о военном реванше, а попытаться извлечь пользу экономического характера из складывающейся ситуации. Это возможно, и все стороны, все могут извлечь выгоду и заработать, и дальнейшие какие-то
какие-то проекты к этому присоединить. Поэтому это важнейшая задача, которая будет решаться сообща международным сообществом. Вот некоторые силы в Армении, политические силы, они думали о реванше до этих выборов. Да. Но после выборов уже ситуация изменилась в Армении. Как можете сказать по этому поводу? Народ сказал, да, свое слово. То есть вот этот выбор Пашиняна, он же во многом был продиктован тем, что они, мне кажется, отлично понимают, что время какой-то войны, там, реванша и агрессивной демагогии уходит. Уходит. И что надо развиваться по-другому. То есть сам народ уже, он устал от этого, понимаете, устал от вот этих яростных каких-то призывов, которые не имеют перспективы в нашей ситуации. То есть народ оказался более мудрый, армянский, да, чем те лидеры, которые призывали его как на какую-то бойню идти. И это очень хорошо. Вот надо прислушаться к этому народной мудрости и развиваться в большей степени мирным путем, развивать свою экономику, развивать свою, так сказать, инфраструктуру, пользоваться тем, что сейчас будут открываться вот эти новые торговые пути, и устанавливать хорошие добрососедские отношения с Азербайджаном. И вот тот вот замечательный шаг передачи вот этих 15 военнослужащих, он, я считаю, очень хорошо демонстрирует добрую волю Азербайджана. Да. И еще один вопрос по поводу Охчичая. Наверное, вы в курсе, да, что Армения, конечно же, с немецким каким-то компанием, хотя немецкая сторона привыкнул этот факт и сказал, что типа в 2019 году они продали свои акции какому-то армянскому предпринимателю. То есть они загрязняют Охчичай, и это очень вредно и опасно не только для людей, но и для природы. Что вы можете сказать по этому поводу? То есть могут ли Российская Федерация как-то вмешаться в этот процесс или, не знаю, там, соблюдать там, другие какие-то меры? Или в международном уровне что можно делать? Какие шаги мы должны... Вы сказали, что немцы полностью открестились уже, да? Открестились, они, да. Мы, потому что посол Германии, фактически, мы у него брали интервью, он говорил, что в 2019 году мы продали свои акции, то есть немецкая страна, это, как бы сказать, как бы акционер, он продал свою акцию какому-то армянскому предпринимателю, то есть мы там сейчас не замешаны, то есть там есть конкретно армянская сторона. Армянский предприниматель, он не гражданин Германии? Нет, там неизвестно. Это пока неизвестно, они могут предъявить, хотя мы как Реал ТВ хотели, чтобы они представили нам документы официально, кто является владельцем, но пока у нас нет никаких документов по этому поводу. На мой взгляд, тоже ситуация еще довольно-таки туманная и требует, может быть, какого-то дальнейшего изучения, ведь в той же Германии там же очень серьезно представлена даже на политическом уровне вот эта экологическая повестка. Там же есть зеленые, да, которые выдвигают там своих депутатов. Вот им бы озаботиться, им бы помочь действительно разобраться в этой ситуации. Насколько я знаю, там какого-то отклика сразу не было. Может быть, вот это как раз двойные стандарты есть. Потому что то, что, например, в Европе у себя они не могут загрязнять, да, а здесь, значит, ведь в 2019 году наверняка тоже загрязняли до того, как они утверждают. И куда смотрели до 2019 года? Да, и это, и сейчас непонятно, что насколько там все вот это прозрачно. И раньше это, точно же это было их. Вот, значит, где-то если не в их регионе, не в Европейском Союзе, да, то, значит, можно, получается, загрязнять. Что это за политика такая двойных стандартов? Разве здесь люди не хотят наслаждаться чистой водой, свежим воздухом, да, с тем, чтобы здесь природа была? Я думаю, что это надо выводить на уровень какого-то международного, может быть, обсуждения, на какие-то конгрессы, на какие-то форумы, готовить соответствующую информацию, специализированные доклады, привлечь к этому настоящих профессионалов, экологов и вести очень серьезную информационную кампанию. И вот залогом решения этой проблемы вот как раз будет такой подход. То есть надо об этом говорить, вы правильно делаете, вот об этом надо говорить, спрашивать, но надо еще и попытаться достучаться, вот в том числе и до тех бывших или нынешних владельцев, мы не знаем точно, в том числе в Европейском Союзе, потому что там эта тема очень актуальна, и это неправильно заботиться только о себе, а загрязнять в других регионах. Вот надо им это поставить на вид, я считаю. Ага. И последний мой вопрос по поводу последнего распоряжения президента Ильхама Алиева – это создание новых экономических зон. Наверное, вы в курсе. Угу. И в том числе создание вот в этих районах уже упоминается и название «Восточный Зангезур». Что это даст региону? То есть я имею в виду не только Азербайджан, но Южный Кавказ в целом. Это очень верное, правильное решение Ильхама Алиева. Я изучал реакцию на него и в азербайджанском обществе,
и среди экспертов все приветствуют. То есть вот у всех я прям вижу только позитивное отношение к этому. Потому что для развития этих территорий необходим именно системный, постоянный подход. Здесь не нужна какая-то компанейщина, да, давайте там просто абстрактно что-то развивать. А здесь нужно понимать, как каждый день мы должны двигаться вперед, каждый день мы должны создавать какой-то новый задел на будущее для развития инфраструктуры, для развития экономики. Поэтому это как раз признак того, что за все взялись серьезно, за все взялись системно, и укрепляться там и действовать — это вот работа на века, я считаю, не просто там где-то вот на будущее, это работа на будущее, ради будущего. Павел Владимирович, я вам благодарен за очень продуктивное интервью, очень много информации было, и к тому же комментарии важны для нас. Я вам благодарен, и мы готовы вас всегда встречать в Баку. Спасибо еще раз. Спасибо вам. Я был очень рад за то, что приняли наше приглашение. Спасибо. Qeyd edək ki, bizim studiyamızın qonağı hazırda Bakıda səfərdə olan Rusiyalı politoloq Pavel Klaçkov idi. Salamat qalın.